Всем привет, с вами Биг, сегодня поиграю в игру Колдом Сталин. Короче, эта игра очень каких-то там долгих годов. Короче, я не знаю, почему я только решил в нее сейчас поиграть, но почему мне ебака. Я надеюсь, вам эта игра зайдет и смотрим мне продолжение. Давайте на 3 лайка и будет продан. Так. Но, если кто не знает эту игру, тут просто мы играем за Сталина, который вот, здрасте, я Сталин. Могу не поднять руку. Ввести руки, кнопку, чтобы угрожать портал. Нажимать на нее ни в коем случае нельзя. Я до сих пор болею. Но сегодня будет стримчик. Опа. Курить. Возьмите трубку, покурите, чтобы уменьшить стресс. Давай, как курить? О! Нажмите пробел. О! Чтобы бросить. Хорошо, я понял. Так, вот эта полосочка, видите, да, и она идет. Это она. Не дайте часам пройти до 12 уровня. Хорошо. Все, они обратно пойдут. Чё у меня рука? Тихо. Не нажал. Воу! Прогресс. Нормально. Усталость. Есть. Государство. А, государства нет. Потому что у меня нету телефона и нет. А я говорил, следующий уровень, так, следующий. Не могу поверить, что они только сейчас провели мне телефон, нужно сделать пару звонков. Дополнительно. Делать важное. Ну ладно, давайте я. Блин. Давайте на А. Ага. Так, все, трубку в эту руку. Алло? А. Алло. Ага. Все, покидал. Куда это вы? Ну-ка, быстро назад. Шел в жопу, у меня тут важно, я сейчас вашу жопу спасаю. Нас взорвут. Да. Все, пошел в жопу. Повтор. Ага. Ага, я понял. Он говорит, что нам нужны скрепки. Скрепки кончились. Да, ё-моё, что? Зачем нам слоны? Не надо нам слоны. Гуляйте. Вы кто? Что вы, блядь? Бейся? Я потом, сейчас этих надо прогнать. Они сильно быстро наступают. Алло. Государство. Опа, на, вниз все ушло. Или это правильно? Я не знаю, что такое. Вроде нет. Ну и что я мог поделать эти уроки? Повышает стресс, когда мигает. Удальте, чтобы починить. Прогресс. Было слишком темно, и я приказал принести новую лампу. Лучше бы она работала как следует. Делать его... Ну ладно, я на А буду ходить. У меня пока норм. Пока я только на А буду нажимать. Смотри, как быстро наполняется урод. О, кстати, телефона нету. Тихо. Сталин нервный какой-то. Где у тебя рука начала дергаться?
Курим, курим. Больше курить. Только успокоился, водка. Я ж нажму. Я нажму. Не верите, а я нажму. Нет. Не издевайся надо мной. А, ура, я победил, надо покуриться. Ничего не видно. Государство. Государство вообще идет в жопу. Собрать министров и офицеров, приготовиться по защите. Что делать так, открыть декоративную? Нет, нет. О, я хочу декоративную. Выпить водки, чтобы существенно понизить прогресс. Блин, тут телефон появился. Они хотят помешать иначе. Водки мне сюда. А, блин, никто же не звонит. Да. Очень важный разговор. Правда, не понял, о чем он. Ред, мне бы грушу сюда. Там хорошо побить. Алло. Надо отогнать этих уродов. Ох, как быстро уходит. Да блин! Чё ты такой нервный, урод? Простите. Чё он такой нервный, реально? Он тебя нервный тик ставит. Что-то песенка. Музычка. Ага. Сейчас меня волнует жить с этой стрелкой. Ладно, телефон. Можно его переставить вот сюда? Давай. Алло, алло. Курим. Кто не курит и не пьет, тот закурит и запьет. Ха. Алло. Подожди, телефон положить надо. Да ты заколебала! Меня она реально уже бесит, а вот эти тоже меня бесит. Да. Сталин, слушай. Нет, я не заказывал. Не заказывал, нет. Пошли, блин. А враги там даже не спешат, потому что знают, что я Сталин. Я вас возьму тупо, потому что сейчас время есть. Алло, алло, алло. Покурим. Кстати, майки. Сейчас все изменим. Ох, как государство возросло у меня. А прогресс нет, потому что я декоративный предмет же поставил какие-то. О, картина. Картина Ленина. Ленин, это хорошо. Ударьте лампу, чтобы она перестала мигать. Ну да, это что-то надо бить. Ленин. О. Хороший человек был. Наверное. Я не знаю.
Че они так быстро наступают, бесит? Че так быстро, я не понял. Я вас не ожидал здесь видеть. Подождите, мне пофиг на государство. Теперь я понимаю, как наш Путин думает. Тебе хватит разговора такого. Пока я не отгоню их обратно. Пока я не отгоню. Блин, я половину прошел, капец. Я не знаю, как мне сделать. Может, вот так вот просто пока держать. Так. Что ты голову задираешь? Надо покурить. В принципе, я могу просто так сидеть и все. Ну ладно, пока нормально. Так, враги, уходите. Чего они так быстро реально наступают? Это очень плохо, это очень плохо. Я дошел до своего прогресса, в котором был. Сейчас мне позвонит, смотрите. Через 3, 2, 1. Никто не позвонил, прикинь. Да не ты, лампа. Курить надо. Успокоиться. Че он на меня смотрит, а? Блин. Да. Ленин слушает. Ой, Ленин, Сталин. Давайте быстрее отключайтесь. Молодцы. Покурим. Государство. Ну, понятное дело, тут вообще сложно с этим уже государством жить. Оп, водка! Дальше играем на прогресс. Установка не то, пить хоть и будет. Ой, водочка, ой, как хорошо. На! Наверное, зря я выпил. Опа-на! Дай выпью! Куда вы, урод, наступаете? Еще водки. Чуть не нажал. Подождите, еще водки, я сказал. Давай, офигели вообще. Ладно. Вот так сидеть, пока эти уроды не уйдут. Водки! Ах вы уроды, реально. О! Кайф! Погнали дальше. Не, я хочу на декоративный пинет. Я хочу на... Так. Да. Хочу, бейте грушу. Не, груша, блин. Ну, груша появится. Я, получается, сейчас. Еще. А, блин, забыл, мне же звонит. Да муха летает тут вообще у меня в жизни. Сейчас проходим эту миссию и будем заканчивать с этими миссиями. Так. А! Мы тебя поняли. Чё? Чё тупой, что ли? Капец, иностранец. Где моя водка, уроды? Сталин петь хочет.
Может, кроме водки мне больше ничего не приносит. Вы знали, нет? Все. Где моя водка? Вы это видели, да? Я знаю, вы это видели. Да. Че ты меня зазваниваешь, а? Капец, даже здесь они добрались до меня. Капец, мы по СССР, до меня эти уроды добрались в телефон. Покурить надо, курить. Ну, к черту эту трубку. Капец, прогресс очевидно. Ладно. Так, это очень... Да ё-моё, опять звонят. Тебе чё от меня надо, Теле2? Один и тот же голос, одни и те же слова. Ладно, я вас заслушаю. Сижу, курю. Та-да-да-да-да-да. Заколебал меня! Давай я тебе буду названивать по 533 раза. Тебе понравится? Чья-то лампа? Тебе чё надо вот меня? Всё, я в отставку. О, пройден уровень. Ого, я государство. Так, ну на прогресс не повлияло, потому что, опа, мы получим логи. Не, ну на декорацию я что-то не хочу больше. Потом, напишите в комментарии, что мне лучше играть. На декорацию, на прогресс, ну или на декорацию, да. Вон, вон флаги появились, кайф, красиво. Пишите в комментариях. О, несите это отсюда. Я не пью. Стой! Чё, охренели? Водку от меня уноси. Ладно, ребята, а на этом все. Всем удачи и пока-пока.